Мы на месте, и у него в руках какой-то огромный, как шар. Шар, я не знаю, что. Отправляй этот шар в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Тяжелый. Она говорит, мне дали подержать. А кто вам дал, Ирина, подержать? Ненадолго, но я устала его нести. А кто? Вы знаете, кто вам дал? Нет, она не помнит. Во сне это было. Хорошо, сейчас мы найдем, кто это был. Хорошо, Ирина, мы приветствуем вас. Интересуемся, готовы ли вы к диагностике, доверите ли вы нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Она говорит, что я помню, что мне сказали, что будет что-то плохое, если я его отпущу. Хорошо. Это будет плохое тому, кто вам этот шар дал. Я вам это обещаю сегодня. Хорошо. На счет 3 я выстраиваю канал от этого шара к ответственному. 1, 2, 3. И притягиваю его или их в клетку, тюрьму до последнего. Становятся моими заложниками. Дракон. Отлично. Снимается все маски и голограммы. Дракон предстает в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Это дракон? Он, знаешь, напоминает летающего динозавра. Вот как. Ставь маячок. Органический, неорганический? Органический. Считай цифры над головой. 326. Он какой-то переносчик. Переносчик чего? Вот этих шаров. Какой это дракон? Красный или синий, Вера? Я не понял. Но это не дракон, это, я говорю, как динозавр больше. Сущность, ты кто такая? Но она пока кричит. Да ты что? Канал никого не притянул, Вера? Нет, больше она одна. Она переносит, переносит эти шары. Какая цивилизация? От цивилизации дракона. Дракона. Отлично. Достаю печать дракона. 1, 2, 3. Включаю ее на полную мощность. Бери. Убираю. След тонами. Это первое тебе предупреждение. Ты отвечаешь на все мои вопросы, кооперируешь. Если ты будешь лгать или не отвечать, я тебя уничтожу. Тебе это понятно? Этот шар – это копилка. Он оставляет ее, скапливается энергией, потом приходит, забирает. А на каком основании ты это делаешь? Я вообще не знаю, как к нему обращаться. Дракон или динозавр? Динозавр вообще что-то непонятно. Как к нему обращаться? Какой он цивилизации? Кто ты? Драко или кто ты? Пентальзавр. Пентальзавр? Они были скрещены. То есть он гибрид. Произведены для добычи энергии. То есть он гибрид, да? И был изобретен цивилизацией драконов, я полагаю, да? Для сбора этих энергий. Да. Интересно. Еще не видел такого. Ладно. Я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Ирины, под ногами. 360 градусов. Лучником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ирины. Находит все. Итак, пентальзавр, как долго ты находился в ее биополе? Он 5 лет. 5 лет. Сколько этот шар у нее уже? Столько же. 5 лет. Он не сидит постоянно в нем. Ну, понятно. Он закинул и ушел. В ней. Я понял, я вижу это. У него много таких шаров, я так полагаю, да? Много. О, вещи бывают. У темных цивилизаций. Ждем сканер. Окончание работы. А как твоя планета называется, Пентальзавр? Это не планета, это место. Звезда. Звезда. Есть номер. Номер. Хорошо. Ты мне скажи, в какой, где в галактике ты находишься? Какая рядом большая находится? Созвездие, может быть? Или планета? А, ты в созвездии дракон, да? Созвездие, да. Дракона. Понятно, хорошо. Нам выделили отдельное место. Сколько тебе лет в человеческих годах? Не может сказать. Почему? Запрещено? Нет, он не знает. А, он не знает, понятно. Хорошо. У нас есть арахноид. Арахноид. Рептилоид. Да. И сколько греев? 2 грея.
И без. Считаю у беса цифры над головой. 8. У рептилоида считай цифры над головой. 320. Два грея и арахноид с пентальзавром. Веселая компания. Хорошо, все знают, где вы находитесь? Да. Хорошо, сейчас мы будем производить чистку. Вы отвечаете на все вопросы, отдаете все энергии. Кто будет мешать или блокировать энергии, будут наказаны. Я этого не желаю делать, но предупреждаю, что это будет как следствие. И я даю команду тонкой копии Ирины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы, и сущности каждый подходит к своему каналу. Отдельно выстраивая канал к этой сфере, которая пришла с пентальзавром. 1, 2, 3. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные, патогенные, низковибрационные энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Ирине, энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она получила от них, возвращается к ним. Хорошо, арахноид, как долго ты находился в этом биополе? 3 года. Потомство есть? Инкубатор? Нет. Хорошо, рептилоид с греями, как долго вы находились в биополе? 2 года. И бес, как ты зашел в это биополе и как долго ты находишься? 8 лет. А что ж тебя 8 лет так держало в этом биополе? Какая черта характера? А ну давай, рассказывай. Разные, подпитывался он от нее, от других тоже. То есть все, кто с ней... Показывает виск. Виск. Виск – это чистота бесовская, конечно, да. Виск как истерика? Такой виск или какая? Какой виск? Чрезмерные эмоции, как это понять? Да, выплескивается. Хорошо, а не провоцировал ли ты случайно, или это было до тебя? Он уже не помнит, а виск почему-то не ее, а детский. То есть это, ну хорошо, виск-то детский. Причем он часто сопровождает ее и как реакцию. Это ей больно. Усиливает ее реакцию на виск, скажем так. Угу. Эмоциональные срывы. А почему дети кричат? Я не понимаю. С чем это связано? Не со мной. Хорошо. Так, ждем окончания. Дети кричат, говорит. Ну, хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Отлично, хорошо. Устанавливаются фильтры золотой сеточки на все каналы. И в порядке реверса Ирина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Ирина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И от сферы по каналу возвращается весь биоматериал, все частички ДНК, все, что находится на чистоте Ирины, от этой сферы пентальзавра возвращается назад к Ирине. Да, будет так, а так и есть. Что идет от сферы? Идет энергия. У нее на руках еще как варежки одеты. Они тоже к этой сфере принадлежат. И снимаете варежки силами его намерения. Да, будет так, а так и есть. Зависает в воздухе. Готово. Отправляя их к этой сфере, в клетку. И от них тоже выстраивается канал. И забираем все 1, 2, 3 из этих варежек. Пошли назад. От кого идет что? Ну, от сферы идут разноцветные энергии. Искрящиеся. Хорошо. Красная идет от бес. Угу. Рептилоид грея. А здесь 5 чакр. Синяя, зеленая. И вверх забрал арахноид, да? А от пентальзавра что там идет? А он связан с шаром. Понятно, все понял. Шар — промежуточное звено. Хорошо. Ждем окончания реверса. Бес, скажи мне, есть лярвы в биополе Ирины? Да, есть. На руках, где были перчатки. Хорошо. Ты хочешь меня попросить забрать их? Заждался уже. Знал, что ты придешь.
Откуда ты знал? Возбужденная она была. Правильно. Хорошо. Я дам тебе отдельно команду, когда ты будешь выходить, вытаскивать, снимать все свои биополя. Я потом, когда снимешь, дам тебе команду, и ты сможешь их забрать. Сейчас ждем окончания реверса. Готово. Хорошо. Арахноид, давай, выходи. Собирай всю свою паутину, всю жидкость, ничего не оставляя биополя. И докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проводиться 2 миллионами герц. Если кто-то что-то забудет в ее биополе, он просто сгорит в клетке тюрьме. Я не хочу, чтобы это случилось, поэтому предупреждаю вас не обманывать. И возвращайся, Арахноид, когда все снимешь назад. У него как накидка из паутины, голова, плечи покрыта. А как это действовало на нее, Арахноид? Тяжесть. Концентрации не было. Забывала. Каша в голове, да? А мигрени нет, ты... не каша. Не каша, хорошо. А головные боли? Протыкал ей лапами? Нет. Хорошо. У нее вот этой паутиной. Да. То есть ей надо было долго думать. Забывала часто, что... Тормозила. Куда что? Да, тормоз. Все понятно. Хорошо. Тормоз и тяжесть. Тормоз и... Благодарю за объяснение, Арахноид. Собрался. Хорошо. Так, рептилоид, дай, пожалуйста, команду Грэм выйти и снять все, что вы оставили в ее биополе. Приступайте. Ну, у них подключки с горла вниз. Как это воздействовало на ее самочувствие, на ее действия, Грей? Это делало ее немного роботом. Повторение. Рутина. Выработок энергии. Угу, понятно. Но это навязчивое вырабатывание энергии было. Это рутина. Это вами было вызвано, да, я полагаю? Конструкции. Не сняли. Хорошо. Так, Арахноид снял. Рептилоид Грей сняли. Теперь я прошу Пинтальзавра вытащить все, что он оставил в биополе. Отключить. И вернуться. Отключили. У него были перчатки и шар. А, мы уже отключили. Хорошо. И у нас остался бес. Бес, давай, выходи. Снимай все, что ты оставил. Ноги запутаны у нее. А как это на нее воздействовало, бес? Потыкалась, запиналась, тормозилась. И вырабатывала какую-то энергию, а этой энергии ты потом брал ее себе, да? Энергию эмоций. Ругалась. Ну, ругаться – это твоя чистота. Тут ничего не скажешь, понятно. Хорошо, ты построил цепочку. Все снял. Хорошо, бес, разрешаю тебе забрать лярвы. Ничего не забывай и возвращайся в клетку назад. Готово. Отлично. И я даю на счет 3 команду на рассинхронизацию Ирины. Число значения 100% заканчивается автоматически. И от арахноида еще уходит. И от арахноида еще? От арахноида уходят паутины еще тонкие такие. Возвращаются энергетически. Понял. Ну, за столько лет они очень хорошо присели там. Готово. Отлично. Хорошо. И я включаю внутренний белосвет Ирине. 1, 2, 3. И Ирина начинает выдавливать из себя все негативные патогенные энергии, эмоции, вибрации. Все, что осталось чужеродное в ее биополе, выходит и формируется в шар перед ней. Энергии страха, болезни, все это выходит. И остатки интерферентов. Готово. Большой шар? Нет, не особо. Открывая портал галактической ядро, шар улетает на переработку в чистую первичную энергию. Я даю команду сканеру на счет 3 начать контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла контрольная проверка. У нее в тонких телах нет ничего, но под ней... Черная пустота какая-то, тонкая, как преграда есть, но ниже, как черный квадрат, пустота идет. Хорошо. Даю команду на счет 3. Этот черный квадрат до последнего микрона выходит из ее биополя, зависает в воздухе. Да, готово.
выстраивает этого черного квадрата канал к ответственному 1, 2, 3. Если ответственный присутствует, притягиваю в клетку тюрьму, и он становится моим заложником. Да, будет так, а так и есть. Знаешь, здесь идет какая-то навязчивость, что ли. Женщина стоит, какая-то Надя. И, в общем, у Ирины, у нее много сомнений, которые она не умеет сбрасывать. И в разговоре с кем-то, но в данный момент это Надя. То есть эти сомнения она как культивирует в ней. Культивирует это как? Да, ну, выращивает. Она поддерживает, да, и выращивает. То есть она не разгоняет эти сомнения, она как их оставляет в негативе без ответа. Она обсуждает с кем-то что-то в разговоре. И от этого у нее появился этот черный квадрат. А да. А ответственно, есть ли этот черный квадрат или это есть генерированный? Это вот против? Между ними что-то остается. Хорошо, притягивай эту Надю, клетку, тюрьму, 1, 2, 3. Она здесь уже. Хорошо, Надя, ты меня слышишь? Ты меня видишь? Кто ты? Ангел смерти. Я не за тобой пришел. Не беспокойся. Я хотел тебе пару вопросов задать. Рядом с тобой находится черный квадрат, который находился в биополе Ирины. Ты как-то негативно воздействуешь на нее? Он говорит, мы с ней обсуждаем много тем. И почему она так негативно сказывается на ее состоянии? Ты не вкладываешь случайно туда свою энергию? Ты ей подруга или ты ей завидуешь? Кто ты? Она говорит, я просто разговариваю. Если ты просто разговариваешь и ничего плохого не делаешь ей, ты ни в коей мере ей ни в чем не завидуешь? Скажи мне правду. Она говорит, нет, нет. Хорошо. Буду возвращать тогда Надю назад в ее систему биоробот-душа. Возвращая Надю, открывается портал на чистоте Нади, и она уходит в свой биоробот. Закрывай, печатай, растворяй. У нее какой-то как стабильности нет и постоянные сомнения, которые она не может избавиться. Угу. И, то есть, неуверенность. Неуверенность, которая собирается в пустоту под ногами. Но она как, она не провалилась? То есть тонкая грань существует между этой пустотой. Но она тонкая. Понятно. Хорошо. Что-нибудь вернулось от этого черного квадрата? Уверенность вернулась. Отлично. Хорошо. Закончился реверс? У нее, знаешь, моментами как будто опереться не на кого, некому доверять. Вот это сомнение, оно по статусу собралось внизу. Она может доверять своему куратору, она может себе доверять. Есть куча вариантов. Себе доверять, да. В первую очередь. Хорошо. Так, нельзя искать поддержку на стороне. Вы должны сами развивать свой характер, Ирина. Поэтому, Вера, у нас реверс с черным квадратом закончился? Закончился. Отлично. Что вернулось? Уверенность. Хорошо. И подхожу сейчас к Ирине, кладу руки на плечи и помогаю ей моей энергии сделать импульс высоковибрационного шокоудара и сжечь все каналы ко всем интерферентам, сфере, черному квадрату и всему остальному. 1, 2, 3, удар. Сжигаются все каналы, отлетают. Да, готово. Отлично. Открывается портал галактическое ядро, и канал улетает все на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Бес, это черный квадрат, это не твоя частота? Не хочешь его забрать? Хочет. Отправляю бесу черный квадрат. Хорошо, бес. Я думаю, ты самый довольный остался в этой ситуации. Готов уходить? Готов. Больше не приходи. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Хорошо, рептилоид Грей, готов уходить? Да, готов. Скажите, рептилоид, еще вопрос один к тебе. Есть в квартире вашей установки, где живет Ирина? Наших нет. Хорошо, Ирина, обращаю ваше внимание на необходимость почистить квартиру, потому что там у вас есть наверняка порталы. Хорошо, готовы уходить, рептилоид Грей? Готов.
Открывается наверху против часовой стрелки два портала. Один на частоте рептилоида, один на частоте Грея. Грей уходит в свой портал, забирает все, что принесли. Рептилоид уходит в свой портал. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Арахноид готов уходить? Готов. И открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Я делаю запрос, прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Я приветствую тебя, Ли. У меня один вопрос. Первый раз встретился с пентальзавром. Я не знаю за эту сущность. Он говорит, что он создан для того, чтобы распространять эти шары, собирать эту энергию. Шар находится у меня в комнате. Я не знаю просто как эту ситуацию оценить. Не могла бы ты мне, пожалуйста, помочь? Да, есть такое. Заберем его, чтобы проследить его маршруты. А, понятно. Может, там он сказал, что он эти шары раскидал во многих людях. Я не могу там ничего сделать, поэтому... Шар уничтожить или ты его заберешь? Уничтожить. Забрали его. Отлично. Открывается под шаром и перчатками портал «Галактическое ядро». И все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Поехали по частотам. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, где бы они ни находились. Один, два, три. Выходят договора. А вышли. Хорошо. Активный подсвечивается. Есть. Может посмотреть и выбрать, какие ей нужны и какие она хочет аннулировать. Это важный момент, Ирина. Она хочет посмотреть. Посмотрите. И опишите для своей копии на земле, что там стоит. Она открыла один, и он ей показывает, что в жизни, там ее прошлой жизни несколько. Так это даже не первая жизнь, три жизни. Перед этим. Хорошо, что там стоит? Она не может закончить его, этот контракт. Это даже не контракт, это программа. Быть матерью. Она то в детстве умирает, то... В молодом возрасте. Ей нужно стать матерью, она не может закончить. А с кем она заключила этот контракт? Это ее программа. Хорошо. Как нам в этом случае поступить? То есть не программа, а... Мы можем это аннулировать? Сейчас, подожди. Можем. Ну, то есть в этой жизни она воплотила эту цель жизни, скажем так. Программа. Хорошо. Значит, на этот контракт исполнила, его можно аннулировать, в принципе, да? Да. Хорошо. Ирина, вы готовы аннулировать все эти контракты и договоры? Да, готова. Повторяйте за мной. Готова. Открываем воронку в галактическое ядро и производим сброс всех аннулированных контрактов и договоров. Один, два, три. Закрывай, печатай, растворяй. Готова. Есть. Отлично, мы закончили чистку, Ирина. Ирина, как вы себя чувствуете? Она говорит, я так благодарна, кажется, многое начинает проясняться и вставать на свои места. У нас сейчас остались 10 вопросов к вашему куратору. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю к нам прийти куратора или учителя Ирины в комнату диагностики. Мужчина. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Ирины. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую. Зовите меня Боба. Боба. Отлично. Очень красивое имя. Боба, вы куратор или учитель? Ирины. Куратор. Куратор. Мы сегодня производили чистку. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы сегодня, ваша подопечная стоит, Ирина, рядом. Мы сегодня проводили ее чистку по ее просьбе. Ирина еще написала нам 10 вопросов, которые ей очень бы хотелось задать своему куратору. Будете ли вы так любезны, уважаемый Боба, ответить на эти вопросы?
Для этого я здесь. Замечательно. Я чувствую, вы достучались до своей подопечной. Хорошо. Первый вопрос, если вы позволите. Какая я душа, откуда родом? Вы уже поняли, откуда. Уран. Мы поняли. Приветствуем представителя Урана. Очень рады. Хорошо. Дружно душам с Урана. Да, мы в курсе. Мы в курсе. Мы в курсе. Пока еще не встречали проблему без души, душу, у которой нет проблем с этими трудностями. Но я думаю, у вас есть пару советов для вашей подопечной. Гармонизироваться на земле нам трудно. Продолжайте. Благодарю вас. Второй вопрос. Мое предыдущее земное воплощение. Когда оно было? Кем я была? И какие таланты я в себе развила? Прошлое воплощение на Земле в 1820 году. Российская империя. Кем Санкт-Петербург. Кем она была в этом воплощении? Какие таланты у нее были? Не выполнена программа. Была программа узнать материнство и раскрыться как женщина. Организм не вынес. Физическое тело не справилось. Это был сбой программы? Не рассчитали физическое тело для души Урана. Понятно. Мы вытащили сегодня и аннулировали этот контракт, который третью жизнь ее преследовал, опять с этим материнством связаны. И нам была информация, что этот контракт выполнен уже. Что, в принципе, это даже не контракт. Я хочу объяснить прошлую жизнь. Девочка умерла в 8 лет, но осталась без родителей очень. В раннем возрасте голодала, жила в приюте. Тяжелая и жизнь. И постоянно ощущала одиночество. По программе это все должно было окупиться семьей и людьми, и детьми. Но биоробот не выдержал 8 лет. Теперь все понятно. Слишком большой был жар. То есть она в той жизни практически испытала только, ну скажем, если так, негативный опыт получила, да? Да. Одиночество. Хорошо. Это есть опыт. Благодарю вас, уважаемый Боба. Вы хотели это добавить? Это есть опыт, и в этой жизни он пригодился. Ей всегда хочется всех накормить, воспитать, обогреть. Но это хорошая черта. Это замечательная черта. Негативный опыт в конце выливается в позитивный опыт. Все это закручено очень тесно. Очень интересно. Благодарю вас, уважаемый Боба. Вы закончили? Да. Я перехожу тогда к третьему вопросу. Был ли у меня опыт внеземных воплощений? Кем была и чем занималась? Какие главные умения приобрела и задачи проработала? Если можно, читайте вопросы по одному. Согласен, да. Был ли у меня опыт внеземных воплощений? Спрашивает душа с Урана. Вторая часть вопроса. Кем я была, кем была и чем занималась, если можно в общих чертах, из какого-нибудь внеземного воплощения? Какие вопросы она решала? Есть одно из воплощений на Марсе. Постигал боевые искусства. Но они совсем другие. Не сравнивайте их с земными. Это тонкий, на тонком интеллектуальный плане. Процесс. Это очень интересно, уважаемый Боба. Безусловно, у нас все контактно идет с нашим биороботом. У нас совсем другие боевые искусства. Но интересно было узнать, что и на Марсе есть такое. Тоже боевые искусства, но, соответственно, под Марс. Защита нужна всем и везде. Верно, верно. Благодарю вас. Как вы говорите, все в голове. Интеллектуальные боевые искусства на Марсе исходят изнутри. Нам еще очень далеко до этого уровня. Если вы вообще поняли, о чем я говорю. Лично я понял, о чем вы говорите.
Благодарю. Особенно от слова «изнутри». Благодарю вас. Это важный пункт. Стержень увидел, просто сейчас ваш зеленый, поэтому... Четвертый пункт. Откуда произошло... Я не совсем понимаю вопрос, но это к вам. Откуда произошло мое высшее «я»? На каком уровне развития находится и как я могу к нему обращаться? Имя. Я не могу быть посредником между тобой и тобой. Конечно. Имя ты можешь узнать лично. Высшее «я» называется... Тебе не нужен посредником, чтобы общаться с самим собой. Мало того, это таинство, которое я не хочу открывать. Ты сама должна прислушаться и понять себя и свое имя. Я лишь скажу уровень 12. 12 уровень уже обязывает человека находиться. Это высокий уровень осознанности. Я больше чем уверен, что с ее высшим «я» она в состоянии сама справиться. Этот путь она должна сама пройти. Действительно, высшее «я» никогда не называет чужим свое имя, а только свои частицы. Это правильно. А произошло высшее «я» — это частичка божественная. Это от Творца произошло, от Абсолюта. Место рождения — Уран. Место рождения — Уран. То есть высшее «я» практически было рождено на Уране. Имеет оттуда свое происхождение. 12 уровень. А имя она узнает только в личном контакте. Все верно, Боба? Да. Благодарю вас. Переходим к пятому вопросу. Сколько кармических узлов я прошла и сколько еще предстоит пройти? Проходишь четвертый, впереди два. Четвертый не завершен. Благодарю вас. Следующий вопрос? Да. Шестой вопрос. Мы уже об этом говорили, но вот в этом вопросе она это сама пишет. Рождение детей считаю главным смыслом предназначения. Часто думаю о том, что нужно еще родить ребенка, а у меня уже трое детей. Почему так? Потому что у тебя получилось, и ты хочешь насытиться успехом за все прошлые. Только хотел сказать, неудачи. За все прошлые неудачи, возможно, даже из прошлых жизней, потому что на генетической памяти все равно она должна это как-то осознавать. Благодарю вас, очень хороший ответ. Вы хотели еще что-то добавить, уважаемые? Нет, и так все понятно. Здесь все понятно. Седьмой вопрос. В чем моя основная сила? Как ей пользоваться правильно и как ее усилить? Усилить только развитием. Энергия Урана, твой зеленый стержень, то, что тебе понятно и знакомо, родные энергии, прочувствовать и расширять. Это твоя сила, твоя защита, твоя информация и познание. Я добавлю только два слова «расширять изнутри». Стержень, я уже сказала. Я для нее перевожу, вы меня простите, Боба, для того, чтобы она правильно поняла. Потому что у нас очень часто путают. Если что-то думают, что снаружи что-то придет, а вся сила-то внутри находится. Поэтому я часто этот вопрос, мы его часто слышим. Я хочу добавить. Пожалуйста. Через Меркабу поток энергии Урана соединен с стержнем внутри тебя. Отлично. У тебя есть постоянная связь. Значит, мы тогда скажем Ирине, чтобы она обратилась к нашему администратору Ольге. И Ольга ей пришлет ту картинку, как выглядит Меркаба, для того, чтобы могла себе визуализировать на физическом плане, как ее себе представлять. И это очень ценная информация, которую вы дали, Боба. Благодарю вас. Не только это. Я рассказал про верхний. А нижний? Про верхний источник получения энергии. А нижний канал, ты должна научиться сбрасывать негативные энергии и понимать, что они уходят на переработку по каналу вниз. Иначе твоя пустота опять образуется под ногами. Я даю свой
ее инструкцию представителя Урана. Стержень, который внутри, он также идет наверх и уходит вниз. Сверху ты получаешь, снизу ты отдаешь. Это самое легкое для представителя Урана. Все другие методы тоже работают. Хорошо, я благодарю вас за эту информацию. Это будет очень полезно. У нас есть несколько уже клиентов с Урана. И мы им этот совет, я думаю, очень будет полезен тоже узнать, что они как вверх, так и вниз уходят из Меркабы, этот стержень, что они могут как получать, так и сбрасывать. Я объясню этот канал, который проходит стержень. Да. Энергии сверху, они ярче, похожи на изумрудные. Энергии к низу, они более тяжелые, и они темнее. Каждый день нужно обновлять, как циркулировать, забрасывать темные энергии вниз, чтобы изумрудные энергии были по всему стержню и не накапливали тяжесть и пустоту. Благодарю вас за это объяснение, уважаемый Боба. Здесь все понятно. Мы здесь закончили. Можно переходить к восьмой вопрос. Каковы мои слабые стороны? Как их проработать и усилить? Не надо делиться своими слабостями и выносить ссор из избы. Кажется, так вы говорите. Абсолютно верно. Я понял, о чем вы говорите. Мы сегодня вытащили из нее черный квадрат, который манифестировался, как в ней материализовался из общения с ее какой-то знакомой подругой, которая она... Помощи не будет, будет утечка информации. И утечка. Помочь можешь только сама. Понятно. Не только информации, но, по-моему, и энергии тоже она потеряет на этом неблагодарном занятии. Благодарю вас, уважаемый Боба. Здесь все понятно. Девятый вопрос. Как научиться быстро гасить свой гнев в процессе воспитания детей? Очень интересный вопрос. Представь твой внутренний стержень, как вихрь, который уходит вниз вместе с гневом. Но для начала ты должна понять причину твоего гнева, что конкретно тебя раздражает и почему такая реакция идет. Ведь детей нужно принимать такими, какие они есть, учитывая возраст детей, не давая манипулировать собой, а также имея огромное терпение, понимая природу детей. Ведь у детей нет конкретного времени для плача или криков. Мы просто вытащили беса одного, и бес нам говорил, там он зашел на крик детский, на визг. Все бывает. Конечно, бывает. Отлично. Значит, она может, вы объяснили, как это все исправить и контролировать этот процесс. Благодарю вас, уважаемый Боба. И десятый, последний вопрос, если вы позволите. Пожалуйста, продолжай. Итак, десятый вопрос. Какие способы восстановления своего здоровья и энергии мне помогут и подойдут лучше всего? Расслабление. Наполняй себя изумрудной энергией по всему телу. Ляг на спину. Расслабься и представь, что зеленая энергия Урана вибрирует в каждой твоей клеточке. Это то, чему ты можешь доверять. Она заряжает тебя позитивом, терпением, надеждой, защитой. И только ты знаешь эту тайну. Почувствовав эту энергию внутри себя, в каждой клетке, ты будешь знать, что делать и куда идти, куда направлять свою жизнь. Ответы легко будут приходить. И я не могу сказать больше, пока ты не почувствуешь этого. Вы закончили? Да. Благодарю вас, уважаемый Буба. Здесь есть еще заключительные слова.
Бесконечно благодарю моего куратора за ежедневную помощь и общение. Я чувствую эту связь каждый день. Восклицательный знак. Я тоже. Слово «бесконечно» обнадеживает. Да, действительно, бесконечно. Подсознание знает. Конечно. Я заметил, с какой любовью вы говорите о родной энергии Урана и как она важна для представителей Урана. Она важна для всех. У каждого есть родная энергия, которая несет ему эту защиту. Благодарю вас. Уважаемый Боба, мы закончили. Если вы сейчас хотите активировать эти энергии или запустить их по кругу, или что-то добавить. Все активировано, все внутри. Отлично, хорошо. Ее задача почувствовать. Ее задача сейчас начинается как раз. Она должна сейчас начать уже работать. Если она дошла до этого уровня, если она здесь, то это значит, соответственно, новое начало. Пусть она это серьезно воспринимает, этот момент. Уважаемый Боба, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Возможно, вы уже о ней слышали на Уране. Каждому куратору, каждому учителю, который приходит в нашу комнату диагностики, мы делаем один определенный подарок. Это ягоды. Ягоды с земли – это единственный чистый экологический продукт, который у нас остался. И нам будет очень приятно, если вы этот подарок возьмете с собой. Верочка, появляется большая корзинка в твоих руках с самыми вкусными и спелыми ягодами на земле. 1, 2, 3. Великолепный подарок. Замечательно. Прошу принять это от нас, от Ирины в первую очередь, от Веры и от меня. Благодарим вас за ваши глубокие ответы, за то, что вы пришли и за то, что вы дали так много ценной информации для Ирины. Я вправе считать эту информацию ценной, потому что я общался с сотнями кураторов, с Верой, и это действительно ценная информация, особенно для представителя Урана. Я больше чем уверен, это что... Это только начало. Это начало. Я хотел сказать, что следующим шагом, возможно, будет уже непосредственная ваша встреча с Ириной. Какой-то момент. В какой-то момент, если она, конечно, будет над собой работать. Благодарю вас, уважаемый Буба. Мы закончили. Примите на этом месте еще нашу искреннюю энергию благодарности от Веры, от меня и от Ирины. Желаем вам всего наилучшего. Я не говорю прощайте. Я говорю до скорых встреч. Если вдруг Ирина захочет подняться к высшему Я, мы обязательно еще с вами встретимся на этом сеансе. Благодарю всех присутствующих. Благодарим и мы вас. Всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Ирина, как вам встреча с вашим куратором, с Урана? Великолепно. Я всегда знала, что он здесь. Пришло время с ним познакомиться, и это сегодня случилось. Мы очень рады, что мы присутствовали при этой встрече и смогли вам помочь на каком-то этапе. Дальше все зависит от вас, как вы будете дальше работать над собой. Хорошо, сейчас будем. Благодаря вам эта встреча состоялась. Примите мою благодарность. Во благо. Принимаем вашу благодарность и желаем вам тоже со своей стороны хорошего развития, высокой осознанности. Заправляйтесь энергиями, скидывайте весь негатив, как вам куратор сказал, и вы посмотрите, как в очень короткое время ваша жизнь изменится к лучшему, и эта радость пойдет изнутри. Хорошо, Ирина, будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии передались на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ирины в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Все энергии переходят на физический план и синхронизируются. Готово. И отключайся от объекта и переноси свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел прием. Я на месте.